Сегодня в Набережных Челнах открылся мобильный пункт вакцинации в торговом комплексе «Тулпар». Здесь можно привиться как от COVID-19, так и от сезонного гриппа. Медики начали принимать пациентов в 13 часов. Напомню, до этого в Челнах работал только один пункт вакцинации вне медучреждения – в торговом центре «Омега». Но планируется, что уже в понедельник появится еще один – в «Мегастрое». Подробности в первом материале программы «Челны-24». Ангелина Фетисова на месяц приехала в гости в Набережные Челны и стала заключенной обстоятельствами. Вход в некоторые заведения для нее закрыт. В родном городе она не привилась против COVID-19, а в Автограде нужен QR-код. Поняла, что сейчас самое время провакцинироваться, потому что никуда не пускают и все болеют. Вот поэтому решила именно здесь. В моем родном городе такой сильной проблемы нету. Как бы не так все обострено. И таких, как Ангелина Фетисова, уже в первый час работы нового пункта вакцинации оказалось достаточно. Я узнала именно про Тулпар из соцсетей. Как только узнала, сразу же приехала. Через полчаса здесь уже огромная очередь. Но как бы она прошла довольно быстро, все оперативно работают. Сегодня в мобильном пункте вакцинации работали медики из поликлиники номер 5. Прививали пациентов либо эпивак короной, либо спутником ВИ. Не хочу сильно болеть, поэтому решила и привиться. Мы гости тут. Поэтому, чтобы ходить по торговым центрам, нужен QR-код. Боялся за свое здоровье, а решил привиться, потому что заставляют. Важный момент. В мобильном пункте можно привиться только первым компонентом от ковида. За вторым придется идти в поликлинику. Также здесь ставят вакцину против сезонного гриппа. Пришла на рынок и увидела объявление, что делают с прививки. Я спросила, от гриппа делают? Делают. От ковида у меня сделано. Перед прививкой стандартная процедура. Обязательно осмотр терапевтом. И то, что медкабинетом стало одно из помещений торговой точки, нормально, если все условия есть. Главное, чтобы дистанция и стерильные, то есть вот ширмы и прочее, если вдруг нужно будет послушать, осмотреть человека, у меня есть место. То есть если температура, кашель, я смогу его увести, чтобы от других глаз послушать. По прогнозам медиков, ежедневно новый пункт вакцинации сможет принимать до 100 человек. Это должно хоть немного снять напряжение из поликлиник. К слову, в соседнем Нижнекамске, который почти в два раза меньше Челнов, открыто 11 мобильных пунктов. В Казани работают 10. А количество временных медкабинетов в торговых центрах Автограда уменьшается. А вот мобильный пункт вакцинации в торговом центре «Омега» сегодня закрылся. Теперь привиться против COVID-19 помимо поликлиник можно только в Тулпаре. Ежедневно с 8 часов утра до 19 часов вечера. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Но как нам стало известно из собственных источников, с понедельника, с 18 октября, еще один пункт вакцинации начнет работать в «Мегастрое» в 32-м комплексе с 12 до 19 часов. А в поликлиниках города прививочные кабинеты будут работать и в выходные дни. Эльмира Гайнудинова, Тагир Бикметов, Челны-24.